некоторые социально безответственные люди, к сожалению, не понимают, что такое федеральный бюджет. Попытаюсь вкратце объяснить. Федеральный бюджет состоит из налоговых поборов, штрафов и других честных отъемов у населения денег. Те, кто не желает работать за низкую заработную плату, имеют на то право и являются паразитами федерального бюджета. Я считаю, это вполне нормальное, я бы сказал, естественное желание человека не работать, тем более за низкую заработную плату. Поэтому я считаю, эти люди должны быть поощрены и премированы местными властями как достойное звание, например, тунеядец года, а может и столетия. Опять же, вы спросите, как повысить заработную плату? Ответ на этот вопрос вы узнаете, если подпишитесь на YouTube-канал студии «Парадист». Ну а сейчас ставим лайки и подписываемся на канал.